Медные монеты, китайские сосуды, наперстки – все эти предметы – символы давно прошедшей эпохи. Когда-то эти вещи принадлежали жителям Великих Болгар. Сегодня это ценные экспонаты. В Ульяновск из фонда Болгарского государственного музея-заповедника приехало более 550 исторических ценностей. Расскажем о самых интересных. Оказывается, что в Средневековье на берегах Волги, казалось бы, это было от нас очень давно, существовал водопровод. Водопровод, который подавал воду в основном в общественные бани по глиняным керамическим трубам. Но была также и система отопления. Именно по дымогарным, то есть керамическим вот таким же глиняным трубам, но только другого диаметра, несколько других масштабов, обогревались, ну, в частности, общественные бани города Болгара. Но не только керамические трубы рассказывают о бытии государства Среднего Поволжья, но и другие экспонаты. Шахматные фигуры, игральные кости, литые кружки, миски, кованые удила, костяные наконечники стрел и медные кувшины. Средневековые подлинники показывают, насколько развитым было болгарское государство. Во все времена женщины стремились подчеркивать и приумножать свою красоту. Кованые фигурные замочки, стеклянные бусы и перстни, браслеты, подвески, амулеты поражают своим разнообразием. Но есть и еще более интересные экспонаты. Например, на этой выставке можно увидеть зеркала, которые выглядят очень необычно для современного человека. То есть средневековые зеркала, их изготавливали не из стекла, а из оловянистой бронзы. И вот здесь мы видим фрагменты как раз бронзовых зеркал, характерных для эпохи Средневековья. Насколько знаем, что стеклянные зеркала появились гораздо позже, уже в эпоху позднего Средневековья, то есть не ранее 16-17 веков, а до этого, начиная с античных времен, зеркала, вот которые мы здесь видим, здесь фрагменты зеркал, выглядели именно таким образом. Узнать о жизни в средневековых Болгарах можно в Ульяновском областном краеведческом музее имени Гончарова. Выставка продлится до 20 ноября. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.